такие станты и прыжки являются основными элементами чир-программы. Вопреки распространенному мнению, чир-спорт — это не просто танец с элементами гимнастики, это настоящая акробатическая программа, которую нужно выполнить на высоте, в прямом смысле этого слова. Именно так называется фестиваль по этому необычному виду спорта, который проводят уже 4-й раз в Новосибирске. Принимают участие и, скажем так, начинающие спортсмены, и спортсмены уже высокого уровня, представители сборных команд областей. Станты, которые вы сегодня видите, это кооперация 2 или 4 человек. Партнерский стан – это выступает парень с девушкой. Групповой стан – это выступает 4 человека. Выступление длится 1,5 минуты. Если соберется много стантов, будет так называемая классическая чирлидинг-группа смешанная. Если есть представители мужского пола, если только девочки, то чирлидинг-группа. То выступление будет длиться 2 минуты 15 секунд. И будет также присутствовать кричалка. 300 участников из 17 городов России соревнуются в 2 дисциплинах – индивидуальный и групповой. Процесс контролируют судьи. Они оценивают не только качество исполнения элементов, но и образ участников. В нашем виде спорта нет разболовки по элементам. То есть нет такого, что отдельный элемент стоит определенное количество баллов. Мы оцениваем общую сложность. У нас есть отдельный пункт «Общее впечатление», где мы оцениваем полностью образ спортсменов, их энергетику, темп программы и так далее. Максимальный балл, который можно получить? 100 баллов, но это редкость. У нас получилось все, что мы задумали. Самое сложное, конечно, это сделать чисто стан, отыграть эмоциями. Чирспорт и чирлидинг – это 2 разных направления. Чирспорт – это больше силовой, то есть это станты, акробатика, а чирлидинг – это больше хореография с помпонами. 4-й фестиваль по чирспорту длился в Новосибирске 2 дня. Однако на этом тренировки и выступления участников не заканчиваются. Следующий этап – Кубок России, он пройдет в начале ноября в Сочи.